Первая часть. Сериал «Мир ангелов и демонов». Главные герои. Ангел – дочка Бога. Демон – дочка Люцифера. Познакомились странным образом. Привет! Что? Тебе придется дружить со мной. Работают вместе, управляют поступками людей. Сейчас ты с ней поссоришься. Напишешь ей, что она полная стерва и дрянь. Какой стерва? Во-первых, ты должна с ней помириться. Ты должна с ней помириться. Не помиришься, она стерва. Вторая часть. Сериал «Мир ангелов и демонов». Ангел, что тебе надо от меня? Сюрприз. Какой? От тебя хороших сюрпризов не ожидать. Слушай, ну у тебя, я слышала, на прошлой неделе был день рождения. Я решила подготовить тебе сюрприз. На особом дереве у нас в аду я сорвала особые духи. Только возле меня не пшикай, у меня на них аллергия. Я отойду. Так вкусно пахнут. Я так и знала, что на ангелах это быстро подействует. Ну что, пора творить злые делишки. Только ее пора отодвинуть. Третья часть. Мир ангелов и демонов. Ну что, давай бросай своего парня. Он такой неженка, из-за этого ангела бесит. И заведешь себе двух новых и пошлешь их. А еще поссоришься с подругой, выкинешь этого щененка и купишь себе змею, питона. Это шикарно, пока ангел в отключке. Да, это мой отпуск. Что со мной? Где я? На полу валяюсь? Фу, грязь. Да. Четвертая часть. Сериал «Мир ангелов и демонов». О, а вот и питончик подъехал. Назову его адский детеныш. Какой питончик? Ты ничего не видела? Иди. Давай, называй его. Главное, чтобы родители его оставили. Стой. Какой питончик? Что вообще без меня тут было? У тебя был небольшой отдых. Иди, я без тебя нормально справляюсь. Нет, я тоже. И подруга ответила, какая она стерва. Давай. Нет, все. Хватит! Боже, больше никогда не буду верить этому демону! Надо пожаловаться на него Богу. Вот эти духи! Фу! Как я могла ему вообще поверить? Так, а питона своего выкидывай! Ну как выкидывай? Давай в зоопарк какой-то! Щеночка обратно возвращай! С подругой обратно помирись! И парней больше не кидай! Пятая часть. Сериал «Мир ангелов и демонов». Ангел, мне очень стыдно за то, что я сделала. Держи это. Убери это от меня! Нет, послушай, это всего лишь обычный спрайт с червяками из ада. Для тебя они специально желейные. Сыла, не предлагаю мне настоящие. Да? Ну, просто это ад. Попробую. Я знаю, не любишь червяков. Ты что-то хотела узнать от меня? Да, вот и зелье правда подействовало. Теперь ты мне расскажешь все, что не хочешь. Шестая часть. Сериал «Мир ангелов и демонов». Давай, щеночка, сладенького нашего миленького. Питончика, конечно, засадим в приют. Помирись с подругой и больше парней не кидай. Фу, как же она меня бесит. Надо ее споить, чтобы она мне что-то рассказала. Я буду ее шантажировать, да. Ну что, зелье правды готово. Осталось сделать так, чтобы ангел его выпил. Я думаю, это будет очень просто. О, главное не выбить самой. Седьмая часть. Сериал «Мир ангелов и демонов». А теперь расскажи, хотела ли ты когда-нибудь стать дьяволом? Я послушаю. Я вообще-то из ада. Но просто захотела стать ангелом. То есть, а как ты стала ангелом? Тебя наградил Бог? Или ты на самом деле все понимала? И теперь мне будет капец.